ложь, она в этом мире везде. Мы знаем истину, друзья. Она работает, она действует, она реальная и настоящая в моей жизни. И что написано дальше? В этом Евангелии, в этой силе открывается правда Божия. Знаете, вот ложь, она в этом мире везде. И мы не должны удивляться. Мы не говорим, о, там обманули, о, там обманули, о, там опять обманули. Понимаете, что написано, мир лежит во зле, и дьявол отец лжи. Когда он лжет, он говорит свое. Поэтому мы понимаем, что ложь, она кругом. Но мы не должны вестись на эту ложь. Мы знаем истину, друзья. Мы знаем Евангелие. Мы знаем, что говорит нам Господь. Здесь написано, ибо в нем, в Евангелии, то есть, да, в чем правда Божья? Правда Божия в Евангелии. А что говорит тебе Евангелие? Евангелие, что ты спасен, что ты исцелен, что ты благословлен. Хотя люди, может быть, говорят вокруг, какой ты больной, как ты выглядишь, Боже ж мой, до чего ты себя довел? Ты говоришь, да я здоров, слава Богу. Понимаете? Ложь, она окружает нас везде. Но что говорит истина, делает нас свободными. Мы не сообразуемся с этим миром, и мы не ловимся на эту ложь. Мало ли что, кто тебе говорил в детстве, что у тебя и тут не так, и там не так, и здесь у тебя не это, да? Нет, здесь написано, нам открывается правда Божия. Вот эта газета «Правда настоящая». Аминь. Вот это вот правда и есть. Вот эту правду вам надо читать. Правда Божия о вас самих, правда Божия о ваших близких и правда Божия о нашей стране и вообще правда Божия об этом мире. Вот где находится правда Божия. В нем, в Евангелии открывается правда Божия. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, что правда Божия, она открывается. Бог открывает. От веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Понимаете, это наша жизнь, друзья. Это наша жизнь, жизнь верой, простираться, расти, учиться, изменяться, двигаться.